Владикавказ развивается стремительными темпами. Старых дорог и улиц уже не хватает для комфортного передвижения по городу. Для устранения этих проблем постоянно ведется работа. С целью соединить спальные районы БАМа с центром города было задумано объединить улицу Весеннюю с улицей Хаджи Мамсурова. Однако пересечение этих дорог приходится на другую, Московскую. По замыслу проектировщика, в этом месте построят круг для безболезненного соединения трех улиц. Чтобы определиться с формой, схемой движения, светофорным регулированием, ГИБДД «Северная Осетия» прошла встреча с участием представителей города, госавтоинспекции и Росавтодора. На сегодняшний день рассматривается два варианта – круг без светофорного регулирования или с ним. В обоих случаях есть небольшие нюансы, которые предстоит выработать проектировщикам, но главные проблемы начинаются с разногласий. В соответствии с законом, улица Московская от Архонского круга и до самого конца, в сторону Дендрария, считается федеральной автодорогой. А для того, чтобы город вносил какие-то изменения в ее конструкцию, необходимо разрешение собственника, кем является Росавтодор, организация, отвечающая за состояние федеральных дорог. В свою очередь, сотрудники ГИБДД настаивают на строительстве надземных пешеходных переходов в случае нерегулируемого круга. Администрация города поддерживает проект без светофоров, но денег на строительство перехода выделять не собирается. Поэтому вперед проекта круга стоит вопрос о безопасности и законности строительства. Наша обеспокоенность вызвана в части безопасности дорожного движения, ну и владелец дороги в части получения разрешения на присоединение к дороге. На данном участке при круговом движении возрастет ситуация с заторами транспортных средств. И вот наши предложения в том, чтобы вот это круговое движение организовать по типу Гизельского круга, круг главная дорога и без устройства светофорного регулирования, и посмотреть на практике, как же все-таки будет регулироваться движение. Создание третьего круга на Московской улице стали планировать еще с 1998 года, когда дорожное полотно расширили с 2 до 4 полос. Проект был подготовлен еще в 2006 году. Тогда планировалось строительство многоуровневой транспортной развязки, что позволило бы избежать всех имеющихся на сегодня проблем. Но стремительное строительство гипермаркета в этом районе спутало все планы. К решению возникшей проблемы планировали привлечь даже зарубежные государства, ведь федеральная дорога, проходящая через Северную Осетию, связывает Россию со странами Закавказья. Теперь, помимо глобальных проблем, предстоит решить мелкие. Ежедневно на этом участке проходит около 20 тысяч машин. Для того, чтобы избежать возникновения заторов, необходимо учесть даже угол поворотов на круг. Весеннее примыкает к Московскому шоссе с острым углом, и съезд с него затруднен. Вопросы того, что организовать, канализировать островками безопасности, отогнать кругу подъезды, вот это и канализировать в том числе и дорожной разметкой, запрещающей переезд на другую полосу. Вот эти вопросы, если мы учтем, и, конечно, самое главное, мы предложили, что пешеходного движения в данном пересечении на данных участках не будет. Решение в любом случае будет принято. В довольно далекой перспективе улица Московская полностью перейдет под городской контроль, когда будет построена объездная трасса по типу той, что была построена в обход Беслана. На сегодня, даже с учетом имеющихся разногласий, наиболее реальным выглядит вариант с круговым движением без светофоров. Впрочем, любой исход будет плюсом для автомобилистов города, следующих в центр и наоборот, а также лишней головной болью для водителей больших грузов, перевозящих товары из стран Закавказья. Тамара Валева, Тимур Мазаев, Борис Супов, Заур Циов, Осетия ТВ.